Спасибо, во-первых, команде, что приехали, потому что ну, мы не говорили об этом, не распространялись. Игра с Липецком была под большим вопросом. И благодаря настойчивости Романа Гурамовича, да, игра состоялась, слава богу. Поэтому спасибо команде за то, что приехали. Им сейчас вот еще в ночь ехать. Андрею Владимировичу Пятницкому, моему партнеру и другу, тоже огромное спасибо. Ну, хорошо позабивали. Комбинации получались. Может быть, там, скажем, некое было не то, что там противоборство, да, а моделирование атакующих действий, которые нам, надеюсь, пригодятся в сезоне. Голы были хорошие. Тоже очень важно было это забить, это почувствовать некоторым ребятам, как они надо забивать, как это получается. А так, ну что, ну понятно, что играли с молодыми ребятами совсем уже. Ну не дети, конечно, но молодые пацаны, если в первом тайме какое-то сопротивление еще было, во втором, конечно, они устали.